Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматическая винтовка Umarex Walter LGV Challenger Ultra. В комплекте поставки нас ожидает усиленная пружина, оружейное масло, руководство по эксплуатации и сама винтовка. Это пружинно-поршневая винтовка. Взводится и заряжается она путем перелома ствола. Стреляет свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. Ложе и приклад винтовки изготовлены из качественного прочного пластика, окрашенного в черный цвет. Что делает винтовку очень практичной. Все ее внутренние механизмы, а также ствол и ствольная коробка изготовлены из оружейной стали. Ствол у винтовки нарезной, что обеспечивает хорошую дальность, точность и кучность выстрелов. По результатам наших испытаний на стандартной пружине скорость выстрела достигает 185 метров в секунду. Винтовка оснащена фирменным саунд-модератором, что позволяет снизить уровень шума от выстрела. Затыльник приклада у винтовки вентилируемый, он выполнен из резины, что позволяет снизить отдачу от стрельбы. На прикладе имеется удобный двусторонний подсчетчик. На рукояти и ложе винтовки имеется специальная рифленая узорная поверхность, что обеспечивает более лучший хват оружия. Винтовка оснащена прицельным приспособлением открытого типа, это мушка и регулируемая прицельная планка. Также в них есть фиброоптические нити, облегчающие прицеливание при недостатке освещения и на контрастных объектах. Более того, предусмотрено крепление типа «Ласточкин хвост» 11 мм, что позволит вам установить, например, оптический прицел на данную винтовку. Предохранитель у винтовки автоматический. Расположен сверху на задней части ствольной коробки. Весит винтовка немало – 4 кг 400 грамм, что делает ее не очень удобной для использования подростками или девушками. Данная модель отлично подойдет для охоты, спортивной и развлекательной стрельбы. Приобрести ее можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».